вам свою историю здоровья с продуктами Tinctorium. Моя история в компании началась 13 лет назад, когда мне было 28 лет. До 20 лет я профессионально занималась спортом. Я стала чемпионкой России, чемпионкой мира по спортивной акробатике. Профессиональный спорт – это очень большие физические нагрузки, это большой профессиональный износ всего тела. Мое здоровье пострадало очень сильно на тот момент, то есть это сказалось на работе опорно-двигательной системы. У меня были очень большие боли в суставах, позвоночнике, были головные боли постоянные, у меня была метеозависимость, бессонница и пострадал общий жизненный тонус. То есть я чувствовала себя такой вялой, безжизненной, не хватало энергии для жизни. Спортсмены очень часто голодают, вы знаете, для того, чтобы быть стройными и красивыми. Все это еще и сказалось на работе кишечника, на работе гормонального фона. И у меня появились проблемы еще и с кожей лица. Для молодой девушки, вы знаете, очень важно, да, быть красивой и иметь чистую кожу. В 28 лет, когда я пришла в компанию Tinctorium, я начала, конечно же, изучать подробно все продукты. Я начала постепенно пробовать их на себе. И результаты, они начали появляться, но постепенно. У меня отсутствуют какие-либо боли, да, то есть позвоночник восстановился, восстановилась кожа, восстановился баланс в организме. И в свои 41 год я чувствую себя очень хорошо, то есть нет никаких хронических заболеваний. Я не лечусь, не посещаю врачей, да, то есть я стала сама себе домашним доктором. И мои любимые продукты на сегодняшний день – это цветочная пыльца, я очень люблю дрожжи Tinctorium Plus, и также я очень люблю медовые композиции с маточным молочком, потому что это питание на самом тонком клеточном уровне – это то, что действительно дает силу, энергию, питает головной мозг. И маточное молочко – это, конечно же, не только наше здоровье, но и то, что дает красоту и молодость. А нам, женщинам, очень важно быть не только здоровыми, но и красивыми. Вот поэтому у меня очень большая благодарность компании Tinctorium. Я очень люблю эти продукты. И, конечно же, мы с Tinctorium надолго. Всем спасибо за внимание.